У гандлі Магілёўшчыны перед новогодні клопоты. Крамы у городах и у сельских районах поширають ассортимент на подарунки и святочные упрохожені. Каб удаваць эффективный бизнес у сферы послуг, предпринимательница с Краснополя Ирина Камедина імкнецца выканаць перадсвяточныя замовы покупников. Ее приватное гандлёвое предприемство у ліку пераможцаў национального конкурса «Лепший предпринимательник», яких вызначила по выніках 2020 года Министерство экономики Республики Беларусь. Ирина Камедина – краснопольчанка, якая 26 годов в бизнесе. Ее сфера деятельности – розничный гандель. Да, украшаем магазин, хотим поднять настроение народу. И себе так само. Эта крама была марой Ирины Камединой, бухгалтера и экономиста по адукации, якая займела свою справу в 1995 году. У краснопольской мары продают 1000 дробязев, и не только дробязев, якія потребны у будаўніцтве, ремонте и створенні хатніх интерьеров, у тым ліку и до новогодних святов. Сделали заявку подешевле привезти новогодние украшения, но я думаю, мы сработаемся с покупателями с нашими. А вы себе какого подарка хотите? Мне уже подарок произошел, что меня отметили. Спасибо большое, что увидели и отметили. Это очень приятно. Все-таки Краснополье услышали у Минске. Гандлёвое предприятие, которое створила и узначальвая Ирина, пераможца национального конкурса «Лепший предпринимальник» поводле выников 2020 года. Выручка за летость повеличилась амаль у два раза у параўнанні с попередним годом, а податков она заплатила более чем у полторы раза. Зато за перемогу у конкурсе предприятию будет премия 100 базовых величинь. У меня в планах открыть еще один отдел. Ремонт уже сделали, к весне откроемся. Ну вот... Дальше идем. Дальше развиваем бизнес. Однако крылы поспеху на справе означают нелегкую працу. Мить свой бизнес – это штодзённо мерковать, как заработать, как заплатить заробки, у краме 5 супрацовников и податки, и разом с тем отримать сродки на развитие и поширение ассортименту. Камедина лечить найперш потребное жадание, терпение и имкнение. Несмотря ни на что, надо идти к своей цели – работать, работать и работать. Секрет успеха эффективного бизнеса у сферы послуг – размовлять с каждым покупником, тлумачить, шукать подыход, пропановывать лепшее и таннейшее. Якость товара и примальные кошты. И миновито таким чином, навод у невеликим райцентре у глубинцы, можно стать лепшим предпринимальником краины. Не бояться идти к мечте к своей. И все сбудется. Илона Иванова, Юра Власов, новины региона.